Столько гостей и все к новоселам. В субботу в Ивановском зоопарке отмечали День льва. И главным героем праздника сделали поистине роскошный подарок – новый вольер. Хищники уже несколько дней изучают территорию. Новый апартамент обживают белые львы Ника и Мартин и львица Брама. В самый торжественный момент никто из троих выйти не захотел. Испугались большого количества посетителей. Значит, им сделали обязательно песок. Им кинули играть шины колесные, они очень любят с ними играть. Вот еще кинем скоро мячики. Подвесили им специальные бревна, на которых они тоже будут с удовольствием со временем кататься, играть. То есть максимально сделали для того, чтобы животные как-то могли участвовать, не сидеть тупо, да? Какой-то интерес проявляли. Сделали им присады, на которых они могут среди вольера залезть и свысока смотреть на посетителей. То есть максимально сделали так, чтобы было животным удобно. В новом вольере львам будет комфортно в любое время года. В помещении, где эти большие кошки будут отдыхать, полы с подогревом. Территория для прогулок теперь порядка 150 квадратных метров. Это гораздо больше, чем в старом вольере. Есть где порезвиться. В старом вольере кормление приходилось норму уменьшать, потому как места было немного. Двигаться они могли не так активно, как в новом. Сейчас будем давать полную норму, но если они ее будут съедать, будем добавлять. Ника и Мартин живут в Ивановском зоопарке 3 года, а вот самка Брама здесь уже около 10 лет. Если хищники сумеют наладить общение друг с другом, образуется прайд. Но прежде Брама и Ника должны выяснить, кто в вольере хозяйка. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.